выставка в Дубосарах. Завтра в историко-краеведческом музее можно будет увидеть новогодние ретро-игрушки и открытки прошлого века. Выставка начнется в 11 утра, а елку в главном зале уже установили. Ее украсили, правда, современными игрушками, а раритет под стеклом. Стеклянные бусы, сосульки, звездочки, овощи и фрукты, фигурки лесных зверушек и птиц, серия Дедов Морозов и Снегурочек. Самый старинный и ценный экспонат – шар из тонкого стекла 1946 года. Кроме стеклянных игрушек, на выставке также мы различные уголки представлены. Игрушки из подручных средств, игрушки из ваты, игрушки из пластмассы, из пластилина, и фольги, и картона и так далее. Также различные циклы игрушек. Так, есть цикл игрушек из пластмассы советского периода, который называется «Народ СССР». То есть это в игрушках представлены все национальности Советского Союза. Выставка продлится до конца января. Музей будет работать в обычном режиме с 9 до 17 часов без перерыва на обед. Приглашаем всех жителей города, гостей и желающих посетить нашу новогоднюю музейную елочку 2024. Вход на выставку для детей бесплатный.